И снова всем здравствуйте. Фронт работы у меня вот такой. Давно я к ней хотел прийти. Такой швеллерот здесь в бетоне сидит. А Болгария мне говорит, отпили ее. Вот пришел, подготовил. Сейчас начну ширкать. Ну все, победил. 2,5 аккумулятора ушло. Где-то шестерка. Толстенькая. Все, я ее уже к месту укатил. Мне она должна быть. Все. Вот она. Сидит на моей телеге. Все, выхожу сейчас на дорогу, вот она, и по асфальту потихонечку поехал. И вновь продолжает собой. Вот такую лунку уже выдолбил. Фух. Больше метра, сантиметров 40 в глубину. Что я с нее достал, вот что я с нее выкопал. Какие-то сухари, гайки, кругляк, короче, вся кобяка. Здесь еще вон они валяются. Нет, нет. Вот сколько их тут. Всяка канитель. Мелкая, но много. Килограмм уже 15 накопал. Я продолжаю. Продолжаю. Сегодня жарко. Вообще караул. Потею по-черному. О, сейчас что-то покажу. У нас тут орлы летают. Видно, вон он парит. А что ему делать? Он крылья распушил и все. Два раза ими махнул. И больше ничего ему делать не надо. Но эта птичка такая. У него где-нибудь гнездо там на крыше. Ладно, пойду дальше. Агрегат мой. А у меня еще сегодня... Сок кленовый растаял. Разморозил я его. Пью потихоньку, вкусно. Летом, весной-то наготовил уже. Теперь размораживать надо. Ну все, я по... Сорока прилетела. Хвост у нее как у павлина. Гнездо он какое смастырило. Смотрите, какой хвостяр. Видал? Ну-ка еще поболтаем. Поближе, если попробую. А, полетела. Ну-ка подойдем, посмотрим. Не, свинтила. Ну ладно. Буду знать, если что. Под караулю поди. Я все толкусь на одном и том же месте. Я тут уже угорел. Приходится на два раза перекидывать. А кто знал? У меня вот что всплеснулось. Я его не могу вытянуть. Кабель. Трехфазный. Там меди в нем не знаю сколько. Ну хороший, наверное. Начал я его добывать. Не знаю, сколько я протрелю его. Видно будет. Ну все, ребят, демократ, сдал я все на свете. 98 килограмм. Или 95. 95 или 98, забыл.
Вот такая песня мне сегодня. Попотел, базара нет. Всем пока.